Хочу вам порекомендовать, как поливать молодые кусты винограда. Кусты, посаженные в этом году, в первый год, очень-очень требовательны к влажности почвы. И поэтому их полив должен быть более частый, но, конечно, меньшим количеством воды. Я рекомендую раз в две недели заливать такой куст одним ведром воды. С добавлением необходимых, в соответствии с фазой развития куста, необходимых удобрений. В начале вегетации это азотные преобладают, в середине азот, фосфор, калий, и в конце вегетации фосфор и калий. Причем я рекомендую сделать вот такую лунку вокруг куста глубиной 15-20 сантиметров. Во-первых, корневая система будет лучше прогреваться у этого кустика. И полив рекомендую проводить именно в эту лунку, а не в какие-то дренажные отверстия в стороне от куста. Для чего это делается? Для того, чтобы в первый год корневая нарастала по всему периметру куста, то есть по окружности. Потом, когда куст подрастет, можно будет делать дренажные ямы, подземный полив и прочие приспособления. Сейчас же поливайте в лунку. И, естественно, поддерживайте лунку вовремя. Рыхлите, поддерживайте ее в нормальном состоянии, убирайте различные травы, сорняки. То есть держите свой кустик в хорошем состоянии. И, конечно же, молодые листья молодого куста наиболее подвержены различным заболеваниям. Мильдью, аидиум в основном. Поэтому также не забывайте проводить профилактические обработки. В августе при поливе такого куста добавляйте в поливную воду 10-15 грамм монофосфата калия на ведро воды. Монофосфат калия, то есть фосфорно-калийное удобрение, улучшит вызревание лозы на этом кустике, чтобы хотя бы несколько глазков ушли в зиму вызревшими. Еще при поливе такого кустика рекомендую 2-3 раза использовать корнеобразователи, добавлять в поливную воду. Тот же корневин, гетероауксин и еще масса различных препаратов, которые вы можете купить в специализированных магазинах. Это улучшит образование корневой системы и улучшит вегетацию вашего куста, рост его.